В Приморье продолжается капитальный ремонт одного из многочисленных проблемных мостов на федеральной трассе. Речь о переправе через реку Черниговка. Дорожный объект обещают сдать в эксплуатацию уже через полгода. С места строительства передает Илья Мороз. Перед рекой Черниговка машины выстраиваются вереницей, грузовики тормозят, пропуская встречный поток. Но меньше чем через полгода здесь можно будет проехать, не снижая скорости. Пока что машины движутся по узкому объездному пути, но уже в сентябре новый мост откроют. Сейчас идут самые масштабные работы, это монтаж балок. Постепенно вырисовывается силуэт будущего сооружения. В апреле уже закончил монтаж балок и уже перейдем уже наверх, как говорится, на саму проезжую часть. Там и бетонирование, объединение балок, и все там все остальное, перильное ограждение, леерное ограждение. По документам это называется капитальный ремонт. По сути, мост строят заново. Старую конструкцию разобрали, потом стали вбивать сваи. Эти работы вели зимой, чтобы не мешало течение реки. Самое главное у нас речка. Речка спокойная, тихая. Снега такого не было, зима же была теплая и неснежная. Мост строят на федеральные деньги. Стоимость проекта около 100 миллионов рублей. Пока рабочие укладываются в сроки. Мост через Черниговку на сегодняшний день строится в соответствии с утвержденным графиком. На сегодняшний день отставания не имеется. Идет монтаж пролетных строений, что соответствует утвержденному плану производства работ на 2019 год. Каждое наводнение проверяет дорожную систему края на прочность. Многие мосты обветшали и не выдерживают ударов стихии. Восстановление переездов – глобальная задача для Приморья. Строить сейчас стараются основательно, с запасом прочности до 100 лет. В этом году отремонтируют еще 7 мостов на федеральной трассе, а на краевые средства капитально отремонтируют еще 4 моста. Илья Мороз, Анатолий Барышников, «Панорама».